Еще последней теме, к любимой теме волшебной пули, которую мы изобрели этой осенью. У нас опять выступает Андрей Александрович Родионов, доцент академии, нет, университета Тверского. Да? Да. Вот. Сегодня мы решили с вами поговорить про коронарную ангиопластику. То есть мы решили уйти на некоторое время от прививок и всего прочего, что злободневно, перейдем к некоторым вещам, которые не так очевидны, но вместе с тем тоже требуют обсуждения. Давайте. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Павел Андреевич. Спасибо за возможность в очередной раз вот о чем-то пообщаться, о чем-то поговорить. Интересно достаточно. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам за тоже интерес к нашей теме, благодаря которой она продолжает существовать. Сегодня по многочисленным просьбам, у нас на самом деле были такие просьбы, мы обсудим в узком смысле черезкожную коронарную баллонную ангиопластику. Я прошу прощения, но на самом деле вы можете сюда выкидывать просьбы, потому что мы их рассматриваем, обсуждаем. Вот кто-то спросил там про витамин D, например. Но мы в этот раз решили не витамин D, но в принципе как бы интересующие вас темы, давайте, мы готовы их обсуждать. Да, вот в узком смысле про ангиопластику, а в широком смысле вообще про хирургию при стенокардии, наверное, все-таки, ну, при стабильной стенокардии в основном. Так что позвольте начать немножко из истории, конечно, очевидная коронарная ангиопластика. Также синоним черезкожная трансклюминальная коронарная ангиопластика, черезкожное вмешательство, да, коронарное вмешательство. Впервые разработана была, как известно, в 1977 году Андреусом Грюнцигом, и первая операция состоялась 16 сентября 1977 года в Цюрихе в университетской клинике в Швейцарии. Впоследствии Андреас Грюнциг переехал в университет в Соединенные Штаты Америки, где в университете Эмори продолжил свою деятельность. Вот. Потом, значит, следующими начали проводить подобного рода вмешательства в Канаде, в Калгари, в провинции Альберта. И в конце концов, к середине 80-х годов, то есть прошло еще чуть больше там, 7 лет, как многие ведущие медицинские центры по всему миру начали применять эту процедуру для лечения ишемической болезни сердца. Очень интересно, удалось найти статья, посвященная именно первому пациенту, тому самому пациенту, которому доктор сделал первую ангиопластику баллонную. Статья эта была опубликована в медицинском журнале «Новая Англия». Тут есть исходные данные, есть ДОИ этой статьи в 2001 году. То есть спустя, ну, приличное количество, более 20 лет после того, как это вмешательство было проведено. Значит, автор этой статьи является ученик, значит, доктора, про которого мы говорим, Бернхард Мейер. Во время написания статьи и публикации ее уже доктор медицинских наук и работник швейцарского сердечно-сосудистого центра в городе Берне. Статья называется «Первый пациент, перенесший коронарную ангиопластику. 23-летнее наблюдение». Немножко из истории болезни этого пациента. Это мужчина, 38 лет. В 1977 году, накануне операции, ему была проведена коронарокардиография, где был выявлен выраженный, но дискретный стеноз проксимальной левой передней нисходящей коронарной артерии непосредственно перед первой большой диагональной ветвью. Можно, в принципе, увидеть это. Фотография здесь представлена, левый рисунок. Остальные коронарные артерии при этом и левый желудочек были у него нормальные. И тогда доктор говорит, от имени доктора Мюллера все это происходит, я сказал пациенту, что доктор Андреас Грюнциг предложит ему альтернативу шунтированию. В то время уже использовали подобного рода операции на периферических артериях. Альтернативой, предложенной доктором Грюнцигом, была коронарная ангиопластика. Грюнциг откровенно в доступной форме пациенту объяснил результаты, полученные у нескольких сотен пациентов, которые лечились с помощью баллонной дилатации
периферических артерий, сказал, что, в общем-то, в случае неудачи возможно немедленно провести операцию коронарного шунтирования. Собственно, пациент для этого, за этим и поступил в клинику. Пациент без колебаний согласился, как он позже заявил, что ну, инстинктивно доверял Грюнтигу и, соответственно, всему, чего он предлагает, и, в общем-то, этому методу. Ближайшие результаты. Сама по себе процедура ангиопластики номер один прошла хорошо, устранила полностью симптомы пациента, помимо всего прочего, он еще и бросил курить, а вскоре совершенно перестал принимать, имеется в виду, антиангинальные препараты. То есть никаких ангиогенных препаратов, да и вообще препаратов для лечения заболеваний сердца с того времени он не принимал. Однако на 20-летие процедуры в 1997 году доктор Мейер, автор статьи, убедил его принимать ацетилсалициловую кислоту и статин из-за слегка повышенного уровня холестерина. Это любимая тема наша с Павлом. Но не сегодня, нет. Не сегодня, да. Не провоцируйте, проезжаем мимо. Да, идем. Отдаленные результаты. Итого прошло 23 года. Интересно. В 2000 году в возрасте 61 года у пациента впервые возник рецидив дискомфорта в груди. Однако это произошло в покое, но не во время физической нагрузки. Пациент был крайне интересен, поэтому все-таки коронарокардиографию ему сделали в 2000 году. Где выяснилось, вот правая фотография, что участок, который баллоном расширен был 23 года назад, имел нормальную проходимость. То есть ничего там не забилось, он был проходим прекрасно. В других местах были лишь незначительные отклонения. На всякий случай проведен был нагрузочный тест, жалоб нет, ЭКГ без ишемии, вплоть до пиковой частоты сердечных сокращений 140 в минуту и артериального давления 190 на 105 мм крупного столба. То есть фактически стенокардия у него отсутствовала при нормальных возрастных нагрузках. Теперь по поводу статистики. Значит, черезкожная коронарная ангиопластика – одна из наиболее распространенных процедур на сегодня, которая выполняется, например, во время пребывания в больницах США, хирургическая. На ее долю пришлось там 3,6% всех процедур, выполненных в 2011 году. Я потом объясню, почему статистика по 2011 год и откуда она взялась. Однако с 2001 по 2011 год объем ее снизился на 28%, с 750 тысяч, более чем 750, до 500 тысяч, 550 тысяч. Приличное достаточно снижение. Ну, сразу использовать хочется свою фишку. Давайте посмотрим, что произошло со смертностью за это время. Данные по Соединенным Штатам, они, конечно, доступны. Но на самом деле, проще было посмотреть данные европейские. В Европе эта процедура также была распространена. Взял свою любимую базу, европейскую Health for All, и посмотрел, построил, собственно, графики, стандартизированные коэффициенты смертности, понятно, что смертности, от ишемической болезни сердца. А что, собственно, мы видим на этом графике? Мы видим снижение, которое, за исключением ряда стран, это ряд стран, здесь относящиеся к бывшему Советскому Союзу, там было, если увеличить масштаб, то еще заметим, что в Восточной Европе, в странах бывшего соцлагеря, все не очень как бы гладенько это происходило. А так мы видим, в общем-то, снижение без особых пиков, без каких-то изменений интенсивности, то есть постоянное такое стабильное снижение. Возможно, следовало бы ожидать некого прорыва, да, поскольку главная задача, у нас существует две задачи в лечении пациентов. Первая – увеличить качество жизни, но есть еще и более главная задача. Сложно сказать, что главнее – это увеличить количество жизни. То есть, если какая-то методика влияет на смертность, одна из этих задач уже, можно сказать, достигнута. В данной ситуации создается стойкое впечатление, что если методика и влияет на смертность использования, то вот не в том масштабе, что хотелось бы себе представить. Исследование «Кураж» 2007 года. Статья была опубликована в медицинском журнале «Новой Англии». Сегодня мы часто именно про этот New England Journal of Medicine будем говорить. Они сравнивали черезкожное коронарное вмешательство в сравнении с медикаментозной терапией при стабильной ЭБС.
где утверждают, что стентирование, авторы исследования, не дает преимущества в смертности при стабильной ИБС. При этом, однако, наблюдалось более раннее облегчение симптомов, которое, однако, за 5 лет выравнивалось. То есть, грубо говоря, стентирование избавляет человека там, от стенокардии, либо уменьшает ее выраженность, но в течение 5 лет показатели для пациентов одной и другой группы, они, в общем-то, выравниваются и примерно приходят к тому, что было. В общем, типичное примерное исследование, объединившее результаты достаточно многих исследований, но из него получилось несколько интересных достаточно выходов. Поскольку после публикации данной статьи появляется большое количество сообщений в медицинской прессе профессиональной о том, что чрезкожное вмешательство коронарное проводится у пациентов без достаточных на то показаний. Ну, не секрет, закон Банкера, американский, закон, гласит, распределение ресурсов в здравоохранении, гласит о том, что увеличение стоимости, увеличение числа хирургов и рост стоимости хирургических манипуляций приводит к увеличению количества хирургических манипуляций. Это не секрет. Медицина – это такая сфера деятельности, которая прекрасно лоббирует собственную деятельность, абсолютно пользуясь там наилучшими прям совсем побуждениями. Выглядит со стороны это потрясающе. Однако это послужило поводом информации о том, что стали делать направо и налево, в общем-то, без показаний, чрезкожное вмешательство для выпуска национальных рекомендаций в разных странах. И разные страны выпускают национальные рекомендации относительно показаний, где более четко их описывают. Вот что, собственно, и приводит к снижению числа этих непоказанных операций в период с 2009 по 2014 год. Вот эти данные, которые я сейчас приводил несколько слайдов назад, вот они опять. Снижение 28% от общего количества в период с 2001 по 2011 год. При этом наибольшее снижение наблюдалось, начиная с 2007 года, то есть от того самого момента. Что было? То было на кураже, что было за куражом? За куражом был метаанализ 2014 года. Метаанализ достаточно интересный. К сожалению, я вот сюда не вставил источник на него, источник данных. Ну, все это возобновимо, и, в принципе, по запросу можно добавить, можно рассказать. Метаанализ 2014 года показывает, что смертность может быть снижена при использовании стентов с лекарственным покрытием второго поколения. То есть во время исследования кураж таких стентов не было, разницы в смертности не получилось. А вот возможно, что стенты второго поколения с лекарственным покрытием и приведут к различию в смертности. Не буду забегать вперед, но на самом деле, скажем, ожидания эти оказались, по-видимому, тоже несколько завышенными. Еще одно шикарное исследование «Орбита» 2017 года, публикация 2017 года, говорит о том, что, в общем-то, чрезкожное коронарное вмешательство не имеет статистически значимых преимуществ в отношении толерантности к физическим нагрузкам в сравнении с медикаментозной терапией. Вот сложно, честно говоря, в это вериться, поскольку как бы личный опыт, например, операция, проведенная маме, полностью избавила ее от стенокардии, вот, которая была накануне операции. Но, извините, личный опыт в сравнении с большим исследованием, наверное, имеет все-таки несколько вторичное значение. Авторы исследования полагают, что облегчение стенокардии с помощью чрезкожного вмешательства во многом является эффектом плацебо. Однако отмечаются и недостатки этого исследования. Ну, соответственно, есть критика, да, когда какой-то исследователь таким радикальным образом говорит, что, извините, вообще то, что вы делаете, это большая ерунда, и из-за этого эффект от этого является чисто эффектом плацебо, то тут же возникает основание для конфликта интересов, возникает желание что-то каким-то образом поправить. Поправить исследователей, начинают исследование, дизайн его рассматривать под микроскопом, что в данной ситуации было выявлено. Небольшой размер выборки, и он действительно был относительно небольшим. Недостаточная мощность для выявления различий в результатах. Вот, то есть люди придрались к величине бета-ошибки.
так называемые. Обычно величина бета-ошибки прогнозируется на этапе планирования исследования. Я, честно говоря, не рассматривал это исследование вот именно с таких позиций, но мне кажется, второе вот предположение, а из него вытекает, что и первое, они достаточно сомнительны. Вот. Третье, это небольшая продолжительность исследования, 6 недель. Вот здесь, наверное, можно согласиться. 6 недель – это не совсем тот срок, в течение которого можно делать такие громкие выводы. И дальше, пожалуй, самое серьезное замечание о том, что 85% пациентов, то есть большинство, не подавляющее, но близко к тому, чтобы подавляющим большинством быть, в группе медикаментозной терапии все-таки решили провести чрезкожное вмешательство в конце исследования. Как-то вот не очень они верили, видимо, в том, что медикаментозная терапия так же хороша, как эта прекрасная операция. Еще одно исследование 2019 года, чуть более позднее, под названием «Ишемия», утверждает, что инвазивные, мы говорим в обзорах систематических, да, исследованиях, утверждает, что инвазивные процедуры не снижают смертность по сравнению с медикаментозной терапией стабильной стенокардии. Собственно, мы про это уже говорили неоднократно. Это очередное подтверждение. А инвазивные процедуры также не уменьшают частоту сердечных приступов по сравнению с медикаментозной терапией стабильной стенокардии. 3 минуты назад мы говорили об этом. Сложно, опять же, мне вот, например, сложно с этим согласиться психологически. Есть некий такой барьер, наверное, в голове происходит. Но с другой стороны, у нас второе исследование, которое дает именно такие результаты. Эффект плацебо и не больше того. А у пациентов со стабильной стенокардией наблюдалось улучшение качества жизни после, значит, чрезкожного вмешательства по сравнению с медикаментозной терапией. За счет чего? Ну, видимо, за счет того же самого плацебо-эффекта. То есть реального эффекта обнаружено не было, а вот человек, которому провели чрезкожное вмешательство, чувствовал себя лучше вследствие того, что ему провели это вмешательство. Качество жизни у него вырастало. Трудно себе представить, если у вас со стенокардией все одно и то же, ограничения по стенокардии одинаковые, почему вдруг качество жизни выросло, непонятно. Чуть дальше идем. Можно ли провести рандомизированное контролируемое исследование вообще в данном случае? Как выясняется, таки да. Я не знаю, какой такой этический комитет давал разрешение на подобного рода исследования. Наверное, все-таки можно его провести. Вот. Но, тем не менее, рандомизированное контролируемое исследование в отношении сравнения чрезкожного коронарного вмешательства с другими видами лечения, таки было проведено. И эта статья была совсем недавняя статья, 11 ноября 2023 года, собственно, в анонсе нашей сегодняшней беседы Павел Андреевич уже неоднократно к этой статье обращался. Вот тут очень захотелось посмотреть повнимательнее. Итак, это плацебо-контролируемое исследование чрезкожного коронарного вмешательства при стабильной стенокардии. В отношении хирургии плацебо-контролируемое исследование звучит, конечно, немножко страшно, но, собственно, разница-то. Проводим коронарную кардиографию, вот в одном случае мы идем на баллонную дилатацию и ставим стенты, а в другом мы не идем на эту баллонную дилатацию. Причем прекрасно можно сделать даже и ослепление придумать. Так, статья, выходные данные также приведены, можете посмотреть, что с этим исследованием было. Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование у пациентов со стабильной стенокардией. Двойное слепое в данной ситуации говорит о том, что доктора, которые оценивали стенокардию, последствия этой операции, ничего не знали про то, какого рода вмешательство было осуществлено пациенту. То есть вот, они все после один. То есть это были разные доктора, не те доктора, которые это вмешательство проводили. Накануне пациенты прекратили прием всех антиангинальных препаратов. Двухнедельную фазу прошли оценки симптомов перед рандомизацией. А уже затем были рандомизированы, соотношение 1:1. Такое соотношение может быть не всегда этически безупречным, но, однако, позволяет нам сделать минимальный размер групп. То есть при любом другом соотношении требуемый размер групп для достижения тех же самых результатов будет больше.
Продолжительность наблюдения составила 12 недель. Это больше, чем 6 недель, но, в принципе, не очень много, но достаточно. Первичной конечной точкой была оценка симптомов стенокардии, которая рассчитывалась ежедневно на основе количества эпизодов стенокардии, произошедших в данный день, количества антиангинальных препаратов, назначенных в этот день, и других клинических событий, но прежде всего острого коронарного синдрома или смерти. По шкале, которую вот этот симптомов пациент мог набрать от 0 до 79 баллов, соответственно, чем более высокие баллы, тем более тяжелая стенокардия, соответствует более, более тяжелой стенокардии. О результатах. 301 пациент прошел рандомизацию, 151 в группу коронарного вмешательства и 150 в группу плацебо. Мой любимый средний возраст, который, в общем, мало интересен в данной ситуации, но, тем не менее, ладно, 60, около 64 плюс-минус 9 лет, я не очень понимаю, зачем здесь плюс-минус, но это традиционно так мы пишем, к сожалению, не очень грамотно. 79% пациентов были мужчинами. При 12-недельном наблюдении средний уровень симптомов стенокардии составил 2,9 в группе чрезкожного вмешательства и 5,6, фактически почти в два раза больше, в группе плацебо. Есть относительный риск с длительными интервалами, то есть это значимое различие, относительный риск 2,2. То есть, если мы посмотрим на эти результаты, все-таки исследование заявлено как рандомизированное контролируемое двойное слепое, контролируемое с помощью плацебо, то, в общем-то, опять приходим к тому, что, по-видимому, какое-то преимущество, возможно, таки даже имеется. Однако исследователи отмечают, что острые коронарные синдромы возникли у 4 пациентов в группе вмешательства и у 6 пациентов в группе плацебо. Не очень большая разница. Вот в отношении серьезных исходов вроде бы тут разница-то особо и не получилась. Выводы из данного исследования в том, что среди пациентов со стабильной стенокардией, которые получали небольшие дозы, либо вообще не получали антиангинозные препараты и имели при этом объективные признаки ишемии миокарда, чрезкожное вмешательство привело к более низкому баллу симптомов стенокардии, чем процедура плацебо, что указывает на несколько лучшее состояние здоровья этих пациентов в отношении стенокардии. Опять непонятно. Есть исследования у нас по сравнению с АКШ. Есть обзоры, есть метаанализы. Итак, заключение. Существуют противоречивые данные относительно клинических результатов, которые сравнивают операцию чрезкожного вмешательства с установкой последующих стентов и операцию АКШ. Большинство исследований показывают, что АКШ дает преимущество в снижении смертности инфаркта миокарда у людей с закупоркой нескольких сосудов по сравнению с чрезкожным вмешательством. Речь идет, то есть, как бы о том, что разведены эти состояния в настоящее время, показания у них различаются. Если поражено несколько сосудов, то вроде бы даже есть преимущество в отношении смертности. Более того, когда сейчас сравнивают эти два вида лечения, АКШ зачастую используют в качестве некого там золотого стандарта. Сравнение. Считается это вообще лучший вариант. А вот давайте мы сравниваем, не хуже ли будет чрезкожное коронарное вмешательство. Такие рода дизайны, конечно, допустимы, но можно ли АКШ использовать в качестве золотого стандарта, вопрос, наверное, тоже дискуссионный. Вот. Тот факт, возвращаемся. Тот факт, что чрезкожное коронарное вмешательство является минимальной инвазивной процедурой, а АКШ все-таки серьезная хирургическая операция, осложняют оценку. То есть нам трудно оценить столь разные по травматичности методики, ну, по большому количеству причин, не будем сейчас углубляться в это, время у нас заканчивается. Различные исследования, сравнение затратной эффективности чрезкожного вмешательства и шунтирования дают противоположные результаты. То есть кто-то насчитал, что одно более затратно эффективно, чем другое, другие исследователи дают противоположный результат, и не с тем числа. В общем-то, определиться мы с этим окончательно не можем. Мы знаем только то, что мы пока не знаем этого на самом деле. Один из последних обзоров по многососудистым поражениям, опубликован в журнале «Анналы сердечно-сосудистой хирургии» 2018 года в июле,
Тут сравнение как раз коронарного шунтия АКШ и в черезкожного вмешательства в лечении многоуровневого коронарного синдрома Quo Vadis, да? Обзор фактов в отношении ишемической болезни сердца. Итальянцы, авторы итальянцы этого обзора, результаты у них достаточно интересны, что до сих пор вопрос оптимального лечения ишемической болезни сердца, мы говорим о стабильной стенокардии, конечно, напоминаю еще раз, до сих пор остается спорным. И однозначный консенсус относительно оптимальной терапевтической стратегии до сих пор не достигнут. Однако у пациентов с многососудистым заболеванием аортокоронарное шунтирование связано с лучшей выживаемостью, более низкой частотой сердечно-сосудистых событий, в частности инфаркта миокарда или инсульта, и повторной реваскуляризацией по сравнению с черезкожным коронарным вмешательством с использованием стентов с лекарственным покрытием. Вот еще. Это мое. Это ваше, да, прошу прощения. Да. Тогда я, позвольте откланяться. Вроде... Нет, ну почему вы остаетесь? Куда же вы откланяетесь? Я не ухожу никуда, конечно. Просто расчет закончил. Расчет закончил. То, что хотел сказать, в общем-то, сказал. Понятно, что ничего не понятно. И, в общем-то, требуется дальнейшее исследование. Но совершенно точно понятно, что закон Банкера работает в отношении хирургии. Причем тут мы ничего не можем сказать против наших хирургов. Во всем мире он сработал. Поэтому, если есть возможность сделать операцию с благими побуждениями, а почему бы ее не сделать? Пусть эффект ее на самом деле, преимущество ее не доказано. Спасибо, Павел Андреевич. Спасибо. Ну, давайте следующий слайд. Значит, я хочу сказать, что у меня, к сожалению, личный опыт не очень хорош. Значит, несколько моих знакомых умерли на, даже на операции. Да, при черезкожной ангиопластике. И это были достаточно молодые люди, абсолютно жизнеспособные, и совершенно не обязательно им было умирать. И не такие уж у них были тяжелые стенокардии, чтобы с ними нельзя было жить. Но они на том свете. Значит, моему отцу делали тоже по его же собственному желанию черезкожную ангиопластику. Он очень за нее ратовал, он со мной чуть не до драки доходил, когда я пытался ему объяснить, что доказательств нет. Сделали, было замечательно, действительно, сразу исчезла стенокардия. Хотя у него тоже не было тяжелой стенокардии, но он мне говорил, ты не понимаешь, это так страшно, это так больно. Отлично, все, через полгода ему сделали АКШ, потому что все вернулось. То есть вот с личным опытом у меня, например, все не очень хорошо. Но я как раз хотел вот это исследование, которое только что обсуждалось, про которое Андрей Александрович рассказал, значит, которое опубликовано буквально неделю назад, там полторы, две недели назад. Да? Значит, первое – 12 недель. 12 недель, ну, в общем, конечно, это не срок для наблюдения, согласитесь, да? Потому что те исследования, которые мы говорим, там 5 лет все возвращалось. То есть там при длительном достаточно сроке все возвращалось на круги свое. Второе, конечно, в отношении этики, ну вы так, это все отлично. Ну, друзья мои, значит, вас ложат на стол, и вам не говорят, чем вас будут и как пользовать. Одним делают, другим не делают. Как-то, причем это все принимается, решение принимается не с вашим участием, а вы в этот момент находитесь в бессознательном состоянии. Ну, не знаю. Какая-то вот такая этичность странноватая. Значит, то уже, что было сказано? Средний балл при ЧКВ 2,9, при плацебо 5,6. При этом обращаю ваше внимание, что все препараты антиангинальные были отменены. Это тоже этично. Я что-то не знаю про это. Мне кажется, это не совсем здорово. А там прямо написано, что всем больным были отменены антиангинальные препараты. Значит, дальше ежедневная частота приступов стенокардии 0,3 против 0,7. Тоже замечательные результаты. Очень хорошо. Ну, дальше смотрим. Антиангинальные препараты 0,2 и 0,3. Ну, это практически одно и то же. Если до этого мы говорили, что в два раза различия, да, какие-то, то по применению количества препаратов антиангинальных уже как-то
в два раза не получается. Тогда у меня вызывает вопрос частота с приступом стенокардии. Она различалась два раза, а препарата нет. Ну, не знаю. Дальше. Острый коронарный синдром у 4 в случае чрезкожной процедуры, 6 на плацебо. Ну, не очень большая разница, но все-таки вроде бы есть. Обратите внимание, переоперационный инфаркт у 4 пациентов в группе чрезкожного вмешательства и ни у одного пациента в группе плацебо. Значит, у 4 пациентов инфаркт был вызван вмешательством. Ну, не знаю. Дальше. Спонтанный инфаркт не возник ни у одного пациента в группе чрезкожного вмешательства, и у 6 пациентов в группе плацебо. Ну, здорово. Вот это красиво, отлично. В группе плацебо, получавших двойную антиагрегантную терапию, 2 крупных перепроцедурных кровотечений и 2 случая спонтанных кровотечений. Ну вот тут вопрос опять же с этикой, что за антиагрегантная терапия назначалась, которая вызывала кровотечение тяжелое. Ну и самое последнее, конечно, неприятное. Инсульт произошел у 2 пациентов с ЧКВ и ни у одного пациента в группе плацебо. А если мы сложим это все с 4 пациентами с острым коронарным синдромом в группе ЧКВ, то у нас получается 6%, 6 больных имели острый коронарный и инсульт, а у больных без процедуры всего 6 больных с острым коронарным синдромом. Ну вот как-то получается, что все, в общем, выравнивается. На мой взгляд, мне так кажется. Так. Значит, еще раз повторюсь, я не видел, чтобы больным проводилась плановая антиангинальная терапия. То есть там просто написано, она не проводилась. Хорошо ли это или нет? Я не уверен, что это правильно. Тем более в группе плацебо. Более того, они вообще ее отменили. Да-да-да, они там не проводилась плановая антиангинальная терапия. Как больные со стенокардией без плановой антиангинальной терапии должны жить, я не понимаю. Во всех предыдущих работах, которые вы цитировали, там везде была плановая антиангинальная терапия. Да. Ну, а здесь ее отменили. Вот. Ну вот я еще раз повторюсь, что если субъективные симптомы различались 2 и более раз в пользу ЧКВ, то объективный показатель приема таблеток уже не так выражен. И еще одно, на что я обратил внимание. Там на самом деле нигде не оценивалась стенокардия. Они используют опросник, по-моему, он Онтарио опросник. Вы, наверное, лучше это знаете при стенокардии. Это стандартный опросник. Я в него залез, я его долго искал, нашел. Там ни слова про стенокардию нет. Там оценивается функциональный класс. Там просто написано, ваши симптомы позволяют вам делать то-то, ваши симптомы позволяют вам делать то-то. То есть сами приступы стенокардии там отсутствуют как таковые. Но это стандартный опросник, он во всех исследованиях, оказывается, идет. Ну да. Я же не заглядываю внутрь, думаю, ну, доверяем же людям. Оказывается, сам про стенокардию нет ни слова. Вот. Ну и вот каким образом кровотечения были в группе плацебо, мне тоже непонятно, потому что вроде бы никаких предпосылок для кровотечения не было. Ну, в общем, у меня некоторым образом это исследование оставило много вопросов. Я думаю, что будут продолжены обсуждения этой темы, потому что я вот, когда на пожилом больном выступал, я показывал слайды о том, что в рекомендациях тех, кто делает чрезкожную ангиопластику, в рекомендациях написано, что, возможно, она показана, может быть. Очень как-то так, знаете, сомнительно. Потому что когда это действительно золотая пуля и вопросов нет, вот это делать так, а вот это делать не так, а здесь какое-то такое виляние хвостом. Ну, понятно, что за этим стоят деньги, колоссальные деньги у нас и там, и, в общем, кто что будет возражать. Вот, поэтому мое мнение пока я бы воздерживался от
применение этой процедуры в максимальном количестве случаев. Может быть, есть какие-то прямые показания, но пока никто их четко не определил. Для Акаша, как мы выяснили, показания есть прямые, да? Есть. Многоствольная процедура, то есть многоствольное поражение является абсолютным показанием для применения аортокоронарного шунтирования, и эффективность его достаточно высока. Вот, кто-то пишет, при однососудистых критических стенозах хорошо, но очень часто делают при многососудистых стенд в стенд по несколько штук, там, где показано Акаше, потому что банкер, как вы говорите. Ну да, это именно так и происходит. Ставится много стентов, и потом вообще разобраться уже невозможно. Где и что произошло. Хорошо, какие еще вопросы готовы обсудить? Пока нет вопросов, можно я тут небольшой комментарий по поводу своего же? Мне очень понравилась статья, касающаяся пациента номер один, и впечатлила коронарограмма, где стентированный первым поколением древним стентом сосуд на самом деле за 23 года, в общем-то, не потерял своих способностей к прокачке крови. Так это было, конечно, сильно. Сильно. Ну да, ну мы же знаем, что, вообще-то говоря, развивается коллатерали. Даже если сосуд у вас полностью облитерирован, все равно коллатераль развивается и кровоток восстанавливается. И что восстановление кровотока – это не есть наипервейшее дело. Кстати, то же самое касается и сосудов бедренных артерий. Там та же тема. Вполне работает неплохо консервативная терапия. И только при критических случаях надо делать действительно операцию. А так лишний раз лазить, похоже, что не надо. Ну, хорошо, мне кажется, что сегодня мы хорошо поработали, интересно разобрали, что называется, кейс, как теперь это принято, да? В нашем случае это называется пулей. Вот, ну, давайте жить дальше.